Спасибо. 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 Все было. Спасибо. Спасибо. Моя очередь. Поздравляю тебя. Здоровья, счастья, долголетия. Спасибо. Ты иди умыйся, бо ты вся в клубнике. Спасибо. Все лицо в клубнике. Да. Спасибо. Кладите водичку. Вони свіжі, тільки сьогодні привезли. Красиві. Так, ви сумки візьмете? Візьму, Надя. А фітнес, Андрюш, ти поставлю. Я все поставлю, я поставлю. А де моя палочка, Надя? У мене шарик, Зараз я поставлю. Андрюша, ти ще зніми і сумки наші, щоб ми... Да, Надя? Да. А що у вас там за баули? Що у вас там за баули? У нас баули много. Та я зараз вам поможу, подожди. Ви сказали, що на готову їжу. А хай кажуть, що хочуть. Що ми приїхали на готову. І так напишуть, що все одно. То нехай я візьму, я візьму. Я вчора хотіла обміни. Я дзвоню, кажу, можу подати. Чого? А то ж яка проблема? Яка проблема? Тетяна Васильівна, скажіть, що у мами лице. Красно все. Вона помазалась клубникою і не умилась. Подивіться. Давлення в мене. Таке давлення. Андрюш, закриєш, так клубникою намазалась. Яке давлення? Щоки, тут во під глазами. Ну, клубника намазала. Так, Андрюш, багажник закрий. Ну, подивіться. Андрюш, багажник закрий. А ви все забрали там чи ні? Я все забрала. А що забрали? Яке давлення? Клубникою намазалася, та й не умилася. Мама, йди в зеркало. В зеркало подивися. Ну, не віра. Привітулька! Ти йди в зеркало подивись, іди вмийся. Ну та бо чесно, бо ти ж в цьому. Ціна не впаде, бо ні. Ні, та чого? Заходьте в зуті, заходьте, заходьте. Я поки зайду. Нічого страшного. Та я знаю, я знаю. Вона ж не ходить. Я в курсі. Це ми можемо поснімати. Світи нема ще, так? Та ж Коля зараз привезе. Свята позвонила, каже, не їдь, Коля привезе. Ну та я вже і не поїхав. Так, скидаємо тобі, раз таке діло, розбуваємося. А я не взяла дуранічку, а я взяла... Ні, так, щоб не казали, що Свята буде стол накривати. Да. Усе привезли, все нарізано, тільки на тарілки. Все готове. І фрукти воно там на столі. Все, і фрукти привезли. Ого, а тут вже абрикоси є? І абрикоси, так, да, ми купили. Ось вина, абрикоси. Абрикоси. Вже є кавуни? Є, є, там, Надя, помідори. Отам у ями. Я поняв, хто в лерку. Виноград і абрикоси, все в ями. Все, звісно, кусаються. Це недавно і дорогі. Абрикос, наверное, 280-400. Да, виноград гарний. Це там народження, живай тобі щас. І без ремонту, щоб без ремонту, спасибо. Та б ремонт. Каже, без ремонту, що ви ще ремонту не був. Спасибо, Леонтівна. Сумочка є. А ви не мажетесь клубникою? Мама клубникою мажеться. І засинає, а там ходив клубники. Яке то давлення, таке ж давлення клубника засохло. А я знаю, дівчата у нас збирали клубнику і то беруть. Откусять і полицю мазуть. Щоб красні були, щоки. О. Да, ми. Так. Це хороша, це сладка клубника. А що, клубника? Так, клубника, абрикоси, виноград. Надя. Нехай не розв'язує. І сікрой. Ото я їстиму таке. Сікрой. Ой, які карасики. А хоч візьмеш, там є карасі. Карасі, вам теж дам. Я б ж знала, як карасі. Карасі вам дадуть додому. Я проти. У вас є, да? Є, але вони вчора, треба вдома почистити. Бачите, ага. Я пожарив сьогодні 4 штуки, мама з'їла 2. Це ікра. І курочку трошки, я люблю. А карасі такі вони, як поджарюють, так, аж хрустящі. Хороші, Коля вчора наловив такі карасі гарні. Я люблю таку рибу річкову. Савело у мене не є. А то ж Надя, бач, сітка висить. А то таранька. А, сушите там. Так. Угу. Ну а я не сушу ці карасі, а подлящики. Ага. Добре, добре, Сіна. Добре, ікра. Ну мало ікри було. Де не де попадала ікра. А ви як? Оце я і бережу. Так, бережу. Сахар високий.
Так. Руки я помила, салфетки нема, щоб умивальник чим-то витерти. Обери. А що то, я там обрізгаю. Та нічого страшного. Обсохли. Бери дві салфетки. Да, молодо. Я бахіла, щоб побачили. Та могли в зуті ходити, нічого страшного, то хто би вбралася, то що. Зіна, да. Є хотіло класти чи різати? Ми будемо різати, мабуть. Да, да, да. Сила вона крупна, нехай не розв'язує. Я не знаю, чи є ця штука, що посуду мити, знаєш, така дропалка, то хорошо чистити. Чи ти як молоду картошку? А ми почистили, то вже почищена. А, вона вже почищена? Да. А. За кого, за кого? Ну, я думав, картошку чистити той дропалкою хорошо чистити. А вона почищена. А то ви дома чистили чи вже куплено? Да, а. Да, вони все дома ділили, нарізки все. Та я думаю, що думаю, нічого собі вже чищену картошку продають. А, багажник забув закрити. Ну, якось шашлачок супер. На запах супер. Кручу, я міняю місце. Але видиш, на вот этом намного лучше. Оно широке і оно держится, правда? О, вот это, щоб не крутилось, хочу, знаєш, вот тогда. Та бо оно тоненькое, за того оно крутится. Вот эти не достают, больш... то есть та, не, не. Ну, так оно згорит. Згорит. А у тебя больше нечем поставить? Есть, достань. Так, конечно, ж, тут еще два можно поставить. Ну давай я достану. Хотя бы два еще можно, один сюда. Я понял, но они такие, знаешь. Их менять можно местами, да? Да, каркуша. Ну вот эти вроде как куски готовые, видишь? Мне кажется, вот это. Вы знаете, что давай вот эти крайние вот так вот будем отдельно ложить, может, а потом и... насилим новые, а это с краю. Давай вот этот кусок попробуем. Давай. А ну, бери. А что ж ты тонкий просто? Давай большой разрежем, толстый. Вот давай вот этот крайний. Не, крайний сырой. Ты думаешь, он сырой? Вот этот хороший, смотри. Да. Этот хороший, а этот... Да, вот на краю постоянно что-то она так выходит. Нет, не сказал. Ну, тоже нормальный, да? Тоже нормальный. Вот тут что? Не, он нормальный. Мне кажется, что не все нормальные. Вот мне кажется, что на это толстое намного лучше делать, чем на тех тонких. Согласен? Вот еще мяса много. Оно так кажется, бо они так превратятся у нас в уголек. Нет. Трошки такие подгорелые, да? Вот этот, мне кажется, что... Ну, мы сейчас посмотрим, наверное. А может он... Не, он такой же самый, как и той был крайний. Да. Мы с краю его прям... Вот тут разрежем, посмотрим. Значит, надо было мне нож взять. Не, тут нормально. Хорошо, а вот с краю... Вот самый край, кажется. Ну да, да. Райчик сыроватый. Ну, мы его давай сюда кинем, да? Да, я потом... Мы будем знать, что это фигня. Не, хорошо, я ей вот говорил, что лучше лук натереть, нет, чем кольцами, оно все равно лук горит. Угу. Нам мне кажется, что он... Не-не, вот этот, да. Этот надо вот. Вот сейчас я насилю, а вот эти сделаю крайними, понял? Вот этот. Не, мне кажется, он тоже сейчас хороший. Ну такой вот, видишь, трошечки, видишь, сыроватый. Чуть-чуть сыроватый, да. Поэтому вот, мы сейчас, вот, знаешь, что сделаем? Будем знать, что крайние надо, да, по-любому. Вот эти хай стоят пока, сейчас я быстро насираю вот эти. А на край по одному тому, понял? Я понял. Здесь плохо пробивается, потому что это сильно широк. Угу. Это мяса много. А вот это вот сюда одену. Вот так, понял? А, вот так, ну вот. Да, на край. А потом подвинем. Тут снимем через несколько минут, понял? Я думаю, то нам хватит этого угля. Вдруг что вниз опустим, то и все. Чтобы без свинина такая зараза. Да она быстро, это не говядина. Говядина долго. Так, вот это за вторым разом мы должны все пережарить. Ты думаешь, вот это все мы сейчас пережарим? Да. Ну а куда? А то еще много кусков, сколько у нас. Ну, Андрей, не, значит, ну... вы положите в морозилку, потому что кто это будет есть и кто это будет жарить. Ну, вот сколько это... выйдет, сколько выйдет. Сколько выйдет, все, все поедет. Так, это... и вот этот одеваю. Девчата уже там же и картошку поставили, уже быстро все. О, видишь? Широкий, да. О, на широкий. Ну, это хорошие шампура такие. Ну, наши, они на это, как ее там, люки баб.
Вот это ж покупали тогда. А, да? Да, ну, когда с Артемом тогда, да, три штуки взяли. Я глупость порол, что не купил. Надо было набор купить на шашлыки. Хороший какой-то. Бо эти тонкие они. И вот эту кусочек, понял? Вот. Эти тоже скоро уже можно будет. Да, еще чуть-чуть. Так, и все равно, видишь, все равно крайнее, что это оно не... Ну, и вроде руку ставишь, жар идет. Ну, оно плохо жарится с той стороны, да. Да, там еще одно, два шампура у тебя, Жень. И все закончится. Не закончится. Вот так надо, чтобы подальше вот тут, максимально дальше. А вот эти сейчас мы через пару минут так снимем, эти первые. Ну, вот это-то якось так, мясо висит, ну, видишь, оно сгорит. Давай мы его оторвем просто. Его лучше, а оно сгорит. Ну, может, и сгорит. Ну, что так, переделаю. А знаешь что, вот ты пробиваешь... Надо не, захватывать ты... эту. Вот так вот надо. Так, да? Или, может быть, наоборот, вот так. Ага, вот так. Во. Вот и... эту сюда. Да, и не будет, бо оно сгорит. Угу. Как будет висеть, то сгорит. Все понятно. Так. Так. Мы же раньше в поход ходили, не было ничего на палке. На палках. Да. И это и мы так делали, понимаешь? На палках, ну, а кто я этим игрался? И нормально выходил. Одно детство у всех, видишь. Видишь, вот эти больше горят, эти меньше. Можно было так снять сюда, туда подвинуть. Если бы они были такие, знаешь, со съемными ручками. Так раз ты снял, так быстро раз, туда одел, подвинул. Перевернул. Все это вот на два вот этих осталось.